Здравствуйте, меня зовут Марцис Сиверович, я являюсь кандидатом филологических наук. В 2005 году основал общество ревнителей санскрита и с 2007 года академически преподаю санскрит в университетах. Я занимаюсь каллиграфией Деванагари и 26 августа в 19:30 по Москве я приглашаю вас на бесплатное вводное занятие, на котором мы покажем и расскажем, как нужно и как не нужно писать, с чего начать, потому что начинается новый учебный год, 24-25 годов, и начинается новое занятие по санскриту, и я хочу вам показать, чем мы занимаемся, и, возможно, вам это понравится. До встречи!